Ребята, всем привет! Сегодня у нас 21 или 22 декабря 2019 год. Короче, дальше будет поздравление Василия Базлова из Вьетнама. Короче, он поздравляет всех сергачан с 2020 годом. Ну и там, короче, что-то желает. Он меня нашел, не знаю, не помню, где-то, может быть, года два назад, через социальные сети, а именно через канал мой на Ютубе, который называется «Сергачанин». Ну и увидел случайно видео про сергач. И очень был этому рад. И сейчас он всех сергачан поздравит с 2020 годом. Здравствуйте, дорогие земляки-сергачане! Я Базлов Василий Александрович, 15 апреля 1963 года рождения. Я родился в городе Сергаче, рядом с администрацией, где памятник погибшим стоит в годы Отечественной войны. В том домике, который сейчас снесли, он слева был, если лицом стоять к этому памятнику. Вот, я сын Базлова. Александр Александрович, он в середине и в конце 70-х служил районным военным комиссаром в городе Сергач. Вот. Ну, потом мы уехали в Ярославль. Я очень с детства бредил Юго-Восточной Азии, в Сергачской библиотеке. Прочитал все, что связано вот с этими краями, с Вьетнамом, Китаем и прочим. И, в общем-то, все мечты сбываются. Я 13-й год нахожусь во Вьетнаме. Здесь всегда очень жарко. И знойно, поэтому как бы одеваемся серьезно, чтобы солнышко не било. Ну, частенько я так бы вспоминаю родину, никогда человек не забывает то время, когда он был маленький, а деревья были большие. Сейчас на это есть YouTube, информации в интернете много, смотрю, в Сергаче, в принципе, все стоит на своем месте. И серебряный ключ, и сахарный завод со свекольными плантациями с этими, и собачки те уже бродячие бегают. Ну, что могу еще сказать? Все мечты сбываются. Хорошо там, где нас нет. Наступающим вас 2020 годом поздравляю. Он будет не хуже и не лучше всех прошедших годов. Вот, все от нас зависит. Все мы сами кузнецы своего счастья. Удачи вам. Счастливо.